Сенница Памфил или сенница обыкновенная, или малый желтый сатир. Вид дневных бабочек из семейства бархатницы. Населяет открытое травянистое сообщество Евразии, а также редколесье и опушки лесов. Один из самых обычных видов семейства. Видовый эпитет Памфилус в переводе с греческого «всеми любимый» дано в честь Памфила, ученика Платона, которого слушал Эпикур. Либо же может означать жителя Памфилии, страны на юге Малой Азии. Вид отличается большой индивидуальной и сезонной изменчивостью и представлен широким диапазоном более или менее различных форм. Длина переднего крыла 14-17 мм. Когда сенница находится в спокойном состоянии, она не показывает окружающим верхнюю поверхность своих крыльев, которая очень живописна. Основной фон передних крыльев светло-оранжевый. В верхнем углу на верхней стороне передних крыльев есть небольшая светло-коричневая точка. Крылья окаймлены узкой светло-коричневой полоской. Задние крылья с верхней стороны имеют светло-оранжевый фон, примерно такой же, как и у передних крыльев. По краю крыльев идет такое же окаймление, как и у верхних крыльев, только более широкое. Часть задних крыльев около тела бабочки окрашена в светло-коричневые цвета. Нижняя сторона верхних крыльев имеет яркую желто-оранжевую окраску. В верхнем углу крыльев имеется один глазок яркой окраски. Белая точка на черном пятне, вокруг которого есть светло-желтое окаймление. По краям передних крыльев идет узкая бледно-кремовая полоска. Внутренняя сторона верхних крыльев у этой бабочки имеет самую яркую окраску. Задние крылья имеют окаймление, как и у верхнего крыла. Основной фон крыла светло-коричневый или светло-желтый. У края заднего крыла на внутренней стороне имеется три маленьких слабо заметных глазка, нередко сливающихся с основным фоном крыла. Населяет луга различных типов, лесные опушки, обочины дорог, лесные вырубки, поляны, берега рек, степи, пустыри, пастбища, сельскохозяйственные угодья, сады, парки, территории населенных пунктов. Имага изредка питаются нектаром различных кустарниковых и травянистых медоносов. За год развиваются несколько поколений, количество которых зависит от широты ареала и сезонных условий. На севере развивается в одном поколении, и время лета бабочек приходится на июль. В средней полосе развивается обычно два поколения, и время лета имага припадает с середины мая до третьей декады июня, а также с середины июля до середины сентября. На юге ареала, а также в годы с жарким летом и с теплой осенью, бывает до трех поколений, и сроки лета бабочек двух последних могут перекрываться и затягиваться до начала октября. Гусеницы развиваются весьма неравномерно, вследствие чего четкие границы времени лета отдельных поколений могут отсутствовать. На Кавказе только что вышедших из куколки бабочек можно встретить с начала мая до середины ноября. Самки откладывают яйца на злаковые вблизи от поверхности почвы. Стадия яйца около 6 дней. Гусеницы последнего поколения развиваются с зимовкой с июля-сентября по апрель-май следующего года.
предпочитают питаться ночью. Гусеницы могут быть салатного, зеленого или буро-зеленого цвета. Стадия гусеницы длится 19-21 день. Окукливаются на стеблях травинок низко над землей. Гусеницы кормятся различными видами злаков. Кормовые растения – пахучий колосник, коротконожка, гребенник обыкновенный, ежа сборная, луговик извилистый, овсяница овечья, овсяница красная, белоус торчащий, мятлик однолетний. Куколки преимущественно зеленого цвета, но изредка встречаются также бурого цвета с белыми полосами. Неброский цвет позволяет сенице слиться со стволом дерева. Махание крыльями с глазчатыми пятнами дезориентирует хищника. Бурая окраска испода и рисунок в виде глазков являются защитным механизмом бабочек.